Здравствуйте, уважаемые мои подписчики. Сегодня мы с вами находимся в магазине Fix Price на улице Железнодорожная, город Пушкин. Будем смотреть новинки, как всегда, которые сюда приехали. Начну сегодня свой обзор с отдела сумок. За 199 рублей появились новые сумочки. 29 на 32 их размер и длина ремешка, который не регулируется. 50, где-то 8-57 сантиметров. У этих сумочек есть внутри подкладка, она достаточно неаккуратно здесь сложена. Напомню, сумочка 199 рублей, у нас представлена в двух цветах. И здесь есть вот такой вот косой шов идет посередине где-то этой сумки. И сделана она из полиэстера, ПП и ПУ. Вот так. Это Китай, конечно. Покажу еще застежечку, она простая, без всяких опознавательных знаков, и молния здесь пластиковая. За 99 рублей завезли снова много вот таких вот симпатичных кошелечков. Размер их 14 на 19, вот здесь указан состав, кошелечки сделаны аккуратно, и внутри кошелечки выглядят вот так. Собаководы всего мира, радуемся. Смотрите, появился поводок-рулетка за 199 рублей. Длина 3 метра, для собак весом до 15 килограмм. По составу это ПП, ПС, сталь и полиэстер. Здесь есть такие поводки в разных цветах. Здесь вот, например, с розовой вот этой окантовкой. Сами они приятного достаточно серого цвета. Смотрите, здесь вот еще желтенькая такая. Отличная новинка. За 199 рублей появился еще фонарь многофункциональный. Батарейки в комплект, две штучки, которые нужны для работы, они не входят. В этот фонарь, помимо всего прочего, входит нож для разрезания ремня безопасности, яркий светодиодный фонарик и красный аварийный мигающий сигнал. То есть вот здесь вот красный аварийный сигнал, вот здесь вот этот яркий фонарик, и еще здесь где-то запрятан нож для разрезания ремня безопасности. Вот так он выглядит во включенном состоянии. Помимо всего, здесь еще встроенный магнит для крепления на любую металлическую поверхность. Изготовитель, конечно же, Китай. Полистирол, сталь и полипропилен. У нас эти фонарики еще есть в синем цвете. За 199 рублей появились еще новые часы. Есть еще вот такой дизайн. Это часы настенные с маятником, изготавливает их город Москва. Размер 26 на 38 сантиметров, сделано в России. Вот здесь написано «Подготовка к работе». Еще раз покажу вам дизайны. Есть даже вот такой красивый дизайн с кораблем. Вот здесь нашла еще этот фонарь многофункциональный, еще в желтом цвете есть. И очень долго к нам ехала вот эта новинка. Это часы электронные с подставкой для ручек. Батарейка причем входит в комплект. Состав здесь также указан. По функциям здесь есть часы, будильник, напоминание, таймер и даже термометр. Температура в градусах Цельсия или по Фаренгейту. Покажу поближе, как выглядят эти часы. В принципе, они выглядят как стаканчик для ручек. Здесь отсек для батареек. У нас в магазине появилась за 77 рублей также новая мочалка-варежка. Выглядит она вот так. Длина ее 22 сантиметра. Я вам уже показала, что она представлена у нас в разных цветах. Изготавливает ее, кстати, Балакова. И здесь написан состав. Очень много развезли вот этих ковриков для ванны. 45 на 70, 199 рублей их цена. Но кто помнит хорошо, они уже были раньше в ассортименте Fix Price. Сейчас их привезли снова в большом количестве. Ближе покажу их покрытие. А с другой стороны коврик выглядит вот так. По составу полиэстер, поролон, ПВХ. Здесь еще есть даже вот такой приятный мятный цвет. И вот такой. В средствах по уходу тоже новинки появились за 99 рублей. Вот такой вот шампунь-уход для сухих, поврежденных и ломких волос. И также питание и блеск, совершенствуя лоск, бальзам, питательный бальзам. Также для сухих, поврежденных и ломких волос. 700 мл и там по производству это город Казань. Стоимость этих средств 99 рублей. Шампуни еще есть для осветленных, поврежденных и тонких волос. За 99 рублей еще появились вот такие биогелевые патчи для зоны вокруг глаз от морщин с коллагеном и витамином Е. Укрепляют и тонизируют кожу, создают эффект лифтинга. Здесь внутри 4 штучки, соответственно 2 пары, 15-20 минут. И изготавливает все это дело Москва, здесь всего 16 грамм. Здесь рядом еще лежат вот такие биогелевые подушечки. В
Флорисан. Спа-салон, две пары в комплекте, также 4 штучки, стоят 99 рублей. И появилось несколько новинок для мужчин. Смотрите, за 77 рублей Тимотей, очищение, уход, шампунь для мужчин. Эту новинку Fix Price озвучил в своем инстаграме, официальном аккаунте. Тимотей производится Unilever. И, кстати, Unilever еще два новых шампуня, которые я в прошлом ролике показывала, тоже завез Fix Price. И вот теперь для мужчин Тимотей 77 рублей. А да, здесь 385 миллилитров. И за 99 рублей вот такая новинка от Фа. Спорт пробуждающий аромат, бодрящий гель для душа. Это уже производит Шварцкопф. И здесь 250 миллилитров. Новые шампуни от Unilever, о которых я говорила, это вот эти Дав и Клева. 250 и 200 миллилитров. 99 рублей они стоят. И вот здесь написано Unilever. И здесь тоже. Но это известные шампуни, маленькие фасовки. Стоят у них 99 рублей в фикс-прайсе сейчас. Смотрите, Силкомед еще предоставляет нам теперь вот такую угольную зубную пасту, 100% натуральный экстракт, новая формула. Стоимость ее 50 рублей. Здесь 150 грамм. Извините, здесь 130 грамм. И Силкомед производит свою продукцию в Московской области, город Долгопрудный. Игровой набор боксерские перчатки. В комплекте две перчатки 60 на 45. Стоимость 199 рублей. Надуваете перчатки, устраиваете шуточные бои с друзьями. Эти перчатки именно надувные. Изготовлены они из ПВХ, и здесь внутри разные расцветки перчаток вы можете найти, в данном случае красный. Радуемся, в блокнотиках тоже новинка, и новинка уже опять за 199 рублей. У этих блокнотиков есть вот такая вот застежка, и внутри вот такая линейка. Эти блокнотики есть еще вот в таком дизайне. В канцелярии появился набор автоматических карандашей со сменным грифелем за 55 рублей. И еще набор простых карандашей, 12 штук, мягкий грифель, 55 рублей. Они вот в такой вот треугольной упаковке. И меня в прошлый раз просили показать, как выглядят джинсы за 199 рублей сзади. Напомню, это Индия, 100% хлопок. А вообще, это брюки мужские, выглядят они вот так. Вот здесь очень четко написано, что это индийские джинсы. Ну а спереди эти джинсы выглядят вот так. И сегодня, кстати, новинок в одежде у нас нет по сравнению с прошлым завозом. Все новинки в одежде вы можете посмотреть в моих предыдущих роликах. Еще появился набор кистей для рисования. 5 штук за 55 рублей. Здесь вот такие кисточки разных цветов. И это, конечно, не натуральные кисти. Полипропилен, алюминий и нейлон. А вот отличная новинка. Это набор гелевых ручек с конфетти. 2 штуки. И смотрите, в чем его основная прелесть. Бесконечно можно смотреть на падающие в этих ручках конфетти. Очень красиво. Стоимость их вроде бы 99 рублей. Если я не права, пожалуйста, поправьте меня внизу в комментариях. Очень долго можно за этим наблюдать. А в кепочках тоже новинка, смотрите, за 199 рублей. Вот такое вот. Вы можете сейчас купить. Мне кажется, это очень завышенная цена для такой кепки. Внутри все сделано очень просто. Кепка, охват головы 58 сантиметров. Это 100% полиэстер. Смотрите, здесь даже не обработаны швы. Но за 199 рублей это очень высокая для нее цена. Все сделано очень простенько. Смотрите, за 199 рублей появились еще вот такие колготки в сеточку. Здесь есть разные размеры, но у нас только телесный цвет. И страна-производитель здесь указана — Сербия. И за 99 рублей рядом лежат вот такие вот колготки. Вуалевое плетение, тонкоустойчивое к затяжкам колготки с хлопковой ластовицей. 99 рублей. И эти колготки уже произведены у нас в Москве. Смотрите, какие новые красивые носочки появились от компании Zuvey. Женские носки, стоимость их либо 77, либо 99 рублей. Напишите, пожалуйста, внизу в комментариях. Здесь у нас представлены вот такие цвета, даже есть телесные. И при натяжении эти носочки выглядят вот так. Здесь 97% акрил и 3% эластан, производство Китай. В продуктах тоже появилась новинка за 27,50. Фасоль красная, натуральная. Производит
производит его, это фасоль под названием «Родриго», белгородский консервный комбинат, город Белгород. Масса нета здесь 300 грамм, масса фасоли 165 грамм, вот на эту цифру смотрите. Особенно обычно в фикс-прайсе я делала обзор консервов, обмана нет в весе, действительно внутри должно быть 165 грамм фасоли. Переходим в наш любимый отдел посуды. За 27,50 приехали вот такие соусницы. Такой дизайн тарелок раньше был. 9 сантиметров. Это Китай, опаловое стекло. За 55 рублей с такого же опалового стекла в виде ракушки еще вот такая тарелочка 15 сантиметров. Ну и очень красивый салатник 20 сантиметров, тоже в этом же стиле, за 99 рублей, опаловое стекло. Ну, за 77 рублей, смотрите, какая вот тоже ракушка, очень красиво она смотрится, она еще под разным освещением вот так вот переливается за счет своего. Вот это действительно интересный дизайн, обеденная тарелка 23 сантиметра, опаловое стекло, также Китай. Рядом с сотейником с крышкой 1,2 литра за 199 рублей, который многим напомнил детский горшок с крышкой из нашего советского детства, стоит новинка. Вот это новинка, заварочный чайник с чашками. Вот подставка для столовых приборов за 199 рублей. Смотрите, внутри вы найдете либо темно-серую, либо светло-серую подставочку. Смотрите, я вскрыла коробочку и внутри обнаружила светло-серую подставку. Посмотрим ее поближе. Вот высота вот этого отделения 20 сантиметров, этого 10, здесь это 19 сантиметров. Смотрите, вот здесь есть такие отверстия, здесь два больших, и еще один большой плюс у этой подставки, у нее съемное дно. То есть вот так она выглядит. И еще одна классная новинка в магазине Fix Price, вот такая вот сушилка за 99 рублей, вернее. Правильно она называется, дуршлаг с миской. Изготовлена она из полипропилена, это Китай, и вот так вот все это выглядит. Внизу вот такая вот мисочка, а здесь вот такой дуршлачок. У нас эти дуршлаки есть в разных цветах. Здесь видите, синий, зеленый, оранжевый. И, кстати, приятно, что стоит оно всего 99 рублей. Еще одно подтверждение того, что Фикспресс значительно дорожает, это вот эти ножи кухонные, универсальные, 24 сантиметра. Стоимость их 199 рублей. Этот ножик, кстати, достаточно тяжелый. Он изготовлен полипропилен, термопластичная резина и нержавеющая сталь. Здесь вот написаны его характеристики. И у нас он представлен в двух цветах. Такой вот оранжевый и мятный. Манула вас, здесь еще есть и розовые эти ножи. Стоимость их 199 рублей. И здесь еще вот такие керамические ножики появились за 21 сантиметр. Здесь тоже они в таких же примерно цветах. Еще есть розовые, но это уже керамический нож, в отличие от предыдущего. Новая эргономическая форма ручки. Имеется в виду вот такая вот форма. И 99 рублей их цена. И за 199 рублей еще одна отличная новинка. 34×56, корзина складная. Не могу вам сказать, может быть, она была раньше. Здесь раньше, вернее, были другие корзины. А здесь еще корзина, насколько я понимаю, с верхом. Полиэстер, нержавеющая сталь. Дизайн у них примерно одинаковый у всех корзиночек. Вот так вот я их покажу. Раскрывать я ее не буду. Вот здесь на соседней полочке лежит еще вот такая корзина складная для белья. 42×32 за 199 рублей. Здесь крышечка плоская. В отличие от предыдущей корзины, которую я показала. А корзиночка с ушками есть голубая, красная и еще желтенькая. Вот такие вот корзинки интересные. И к нам довезли очень много вот таких вот контейнеров за 77 рублей. Это производство Китай. Смотрите, они разные. Здесь вот такая крышка. 77 рублей. Вот, это 13×9×14. Производство Китай. И изготовлены из полипропилена. И они есть еще вот такие вот красненькие, синенькие, очень симпатичные. И смотрите, к нам снова завезли вот эти коврики. Они были то ли зимой, я не помню точно, не буду вас обманывать, когда. 199 рублей, очень симпатичные коврики. Это коврик преддверный, 50×80 сантиметров. Повторюсь, здесь 199 рублей. И по составу полиэстер ПВХ. И с другой стороны он прорезиненный, что тоже очень удобно, но дизайн супер. И этот коврик у нас еще есть вот в таком вот дизайне. Если очень покопаться, там можно еще один
один дизайн на треть, тоже написано Home, такой под камушки, но просто его нереально достать. Он похоронен под грудой других ковров, вот так я вам скажу. И смотрите, вот на этом я хочу закончить свой обзор. 5 чашек капучино Дитарина, 50 рублей. Здесь 5 упаковочек, пакетик настоящего темного шоколада. Вот это действительно очень вкусная штучка. Она быстро исчезает всегда, кстати, с полок фикс прайса, что говорит о том, что она популярна. Действительно, здесь такой в пакетике очень похожая стружка, похожая действительно на шоколад. Ну а на этой прекрасной вкусной ноте я с вами прощаюсь. Не забывайте ставить мне лайки, досматривайте все мои ролики до конца, комментируйте обязательно, можете даже негативно. До свидания и до новых встреч.